Минувшее воскресенье для учеников 5-го Д-класса 35-й общеобразовательной школы стало одним из незабываемых и богатых на впечатления выходных, несмотря на прохладную погоду. Для них была организована уникальная и познавательная экскурсия по достопримечательностям и архитектурным памятникам Самарканда. Ученики посетили мавзолей святого Даниила, место захоронения пророка. Находится оно на высоком холме Афросиаб, что в окраине побережья реки Сиаб. Ходжа Даниил, а как его еще называют? Святой Даниил и Святой Данияр называют, правильно? Три разных имени. Школьникам рассказали об уникальной истории святыни, о великой личности пророка Ходжи Данияра, известного как двоюродного брата пророка Мухаммада. Ребята удивила протяженность могилы, расположенной внутри мавзолея. По легенде, с годами могила начала расти, и на сегодняшний день ее длина достигла 18 метров. Внимание пятиклассников привлекло также засохшее фисташковое дерево, которое находится возле склепа. Говорят, что этому дереву около 500 лет. Каждый из ребят хотел до него дотронуться, почувствовать вкус старины и окунуться в средневековье. Далее ребят отвезли в Самаркандский музей Афросиаб. Это место повествует о жизни, культуре и традициях людей, населявших эту местность в самые разные эпохи и оставивших свой след в виде произведений, искусства, бытовых предметов и орудий. Гид экскурсовод рассказал юным посетителям о цитадели Шахристан, доме обычных жителей, храмах и мастерских древних ремесленников. Но особое впечатление на школьников произвел видеоролик. Он рассказывает о семье правителя Вархумана, который правил в Самарканде в 7 веке. Ученые Самарканда оцифровали фрески дворца Афросиаб в 3D-формате. Эти настенные рисунки продолжают рассказывать многое о жизни и культуре древней Сыгдианы. С какой целью были нарисованы эти картинки и какой смысл имеет эта живопись? На подоле которой сагдийская роспись в 16 вертикальных строках. Ученики 35-й общеобразовательной школы также посетили мечеть Хазраты Хизр, где захоронен первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Последние любительские фотоснимки были сделаны на главной площади Самарканда, Регистане. По словам организатора познавательной экскурсии, классного руководителя Людмилы Акмаловны, дети должны получить всестороннее развитие, знать историю своего города, куда ежегодно приезжают миллионы иностранных туристов за тысячи километров.